Представляем вашему вниманию увлажнитель-очиститель воздуха AICS-055. Устройство использует передовую технологию очистки воздуха «Мойка воздуха», способную не только очищать, но и насыщать воздух частицами воды, достигая мягкого и равномерного увлажнения. Вода, попадая на испарительный фильтр, превращается в водяную завесу, которая промывает проходящий через нее воздух. Испарительный фильтр не требует замены, так как изготовлен из специального пористого материала, и его ресурс рассчитан на весь срок службы прибора. Площадь обслуживания до 35 квадратных метров. Корпус устройства выполнен из прочного пластика белого цвета. Передняя панель имеет лаковое покрытие. Бак для воды выполнен из прозрачного пластика, поэтому уровень воды в баке всегда можно визуально отследить. Забор воздуха происходит через боковые отверстия за передней панелью. Сверху, через воздушные отверстия, выходит уже очищенный и увлажненный воздух. Управление расположено на фронтальной панели прибора. Жидкокристаллический дисплей отображает текущую влажность помещения. Для запуска устройства нужно нажать на кнопку включения On-Off. Загорится индикатор включения прибора. В модели AICS-055 существует два режима работы – стандартный и ночной режим. При нажатии на кнопку «Стандартный режим» загорится индикатор, соответствующий выбранному режиму. При нажатии на кнопку «Ночной режим» устройство перейдет в бесшумный режим, который рекомендуется использовать во время отдыха или ночью. Нажимая на кнопку автоматического режима с функцией ионизации, на дисплее загорится индикатор «Ион». Повторное нажатие на эту кнопку отключит ионизацию, при этом индикатор погаснет, а прибор будет работать в авторежиме. Этот режим не позволяет переувлажнять помещение, удерживая влажность на необходимом уровне. Когда влажность достигает заданного уровня, встроенный в прибор процессор снижает уровень увлажнения до минимального, при этом режим очистки воздуха продолжает работать. За передней панелью в увлажнителе очистителя воздуха AICS-055 расположен дополнительный угольный фильтр, предназначенный для очистки воздуха от запахов. В процессе очистки воздуха в поддоне для воды скапливается грязь, абсорбированная из воздуха. Чтобы снять поддон, нужно с задней стороны прибора сдвинуть фиксаторы от центра к краю. Поднимаем корпус вверх, поддон остается стоять на поверхности. Затем нужно положить корпус прибора на бок. Поддон легко очистить с помощью мыльного раствора и проточной воды. Увлажнитель-очиститель воздуха AICS-055 – это уникальное устройство, необходимое в каждом доме.